Друзья, всем привет! Сегодня 24 марта 2022 года. Все та же тематика по поводу подкормки для рассады томатов, которые совершенно недавно была в виде семян. А сейчас подросла немного и постепенно превращается в самостоятельное растение. Самостоятельным растением такие вот проросшие детки томатов еще сложно назвать. Они требуют особого труда и внимания к себе, чтобы в итоге вырастить крепкую рассаду, которая в итоге порадует достойным урожаем и своими вкусовыми качествами. Так вот, речь сегодня пойдет о подкормке, которую можно сделать в естественных условиях дома. Очень важное значение имеет то, чем питается рассада, когда растет. И уж тем более, чтобы дать старт полноценный для развития вот таких вот деток. Чуть ранее я в предыдущих видеороликах рассказывала, какие виды подкормки я еще применяю. Их несколько видов. В основном я стараюсь применять все натуральное, без какой-либо химии. Бывают, конечно, исключения, но это очень минимальной пропорции. В данном случае, как говорится, сочетаем полезное дело с нужным. У меня есть вот такие вот комнатные растения. Это алоэ. И крассула. Всем известное денежное дерево. Это взрослое дерево. Ему уже больше 15 лет. И вот до таких вот пор оно у меня выросло. Ну, поскольку других зеленых листочков у меня нет, я решила применять то, что есть из подручных средств. Потому что любой зеленый листочек — это в первую очередь источник, если из него делать удобрение, источник азота. А азот очень и очень важен для самого развития самого растения, чтобы дать нужный старт и чтобы развивалась полноценно и хорошо корневая система. Если кто-то не видел предыдущий мой выпуск по поводу подкормки, непонятно, что вот здесь такое вот лежит на земле, то, пожалуйста, посмотрите предыдущий выпуск. Там я подробно рассказываю, что это за кусочки и для чего я их сюда сыпала, какое все это имеет значение. Это тоже вариант из подкормки.
Обобщать все не буду, так как видеоролик сейчас про другую подгонку. Всем, кому нужно, смотрите предыдущий выпуск. Вот такая у меня рассада на 24 марта 2022 года. Сажала 14 марта. Постепенно начинает появляться два постоянных листика. Вот в середине они четко видны. Они еще маленькие. А вот эти вот, которые побольше, это молочные листики. Они потом либо сами отпадают, либо удаляйте их. Так как растению они не нужны. А лишние, как говорится, силы на них растению тратить не нужно. Но еще тратить не нужно. Но еще рано об этом говорить, потому что растение только-только формируется. И у этого растения очень слабая корневая система. Очень слабая. Нужно дать старт для развития этой самой корневой системы. Подготовить, скажем так, растение для пикировки. Так как в таком виде, в каком они сейчас, пикировать не нужно. Еще рано. Итак, речь идет о зеленом компоте для того, чтобы наши маленькие детки. Рассада томатов, такая вот маленькая, получила полноценное питание и полноценный старт для дальнейшего развития. Что будет влиять на урожайность и вкусовые качества уже готовых продуктов. В общем, дело полезное, потому что комнатные растения всегда разрастаются. Требуют периодически, чтобы их обрезали, обрезку делали. Все это, конечно, можно просто выкинуть, а можно применять, как говорится, в нужное дело. Алоэ сам по себе полезное растение. Такое растение, которое обладает полезными свойствами. Поэтому такая подкормка будет только лишь во благо. Тем более азотная. Азот, он как раз и стимулирует рост растения и его развитие. Вот, все очень просто. Я чуть ранее уже сделала две банки. Тут ничего такого сверхсложного нет. Это алоэ вместе с красулой. Вот. И залила такую вот литровую банку, набила водой. Воду я применяю только ту, которая отстоится сутки двое. Ой, двое-трое. Ну вот. А как только оно настоится, ставьте в теплое место, поближе, если еще топите батареи. Когда солнце, можно на солнце. Это только улучшит, ускорит процесс образования натурального азотного удобрения. Это удобрение полезно и для взрослых растений. Когда травы будет немерено, собирайте эту траву, не выкидывайте какую-нибудь бочку. Заливайте водой, а потом поливайте свои уже взрослые растения. Они вам только за это спасибо скажут. Но в начале только в самом, когда вам нужно нарастить массу вот эту зеленую. Потом прекратите. Добавляйте удобрения, содержащие калий. Но это уже другое. Дело для взрослых растений. Но
это дело связано, конечно, и с тем, когда вот выращиваются маленькие. Они тоже должны получать весь комплекс необходимых микро-макроэлементов. Ну, в общем, суть как бы она ясна. Обрезайте, если у вас есть комнатные растения, все то, что вы считаете ненужным. Вот. И делайте вот в такие банки свою собственную подкормку, которая делается только все из натурального. Все из натурального и никакой химии. То есть здесь нет ничего необычного. И оставляйте эту как бы смесь. Я ее называю компот для рассады. На какое-то время. Как понять, когда поливать? Все очень просто. Во-первых, цвет поменяется. Здесь еще рано. Значит, пусть хоть простоит суток трое. Если тепло, 4-5. Ну, может быть, небольшой запах появится. Специфический, что естественно. Если она у вас недолго настаивалась, вот 4-5, в зависимости от того, сколько тепла в доме, как она у вас настаивалась. Если не сильно зеленая, она потом, если долго стоит, превращается такой в зеленый раствор. То там надо будет разбавлять это ее водой. Так как переизбыток тоже не увлекайтесь. А если таким вот быстрым способом, на несколько вот дней, день, два, три, то ничего страшного, можно слить эту воду и поливать чуть-чуть под корень. Вот ваша рассада, ваши детки рассады, за это вам скажут только спасибо. А скажут в виде полноценного развития, в дальнейшем хорошего урожая. Ну и, как говорится, будут вас радовать вкусными помидорами и овощами. В общем, это такая вот краткая небольшая история о том, каким образом я подкармливаю растения. В принципе, здесь нет ничего такого необычного или недоступного. Мне кажется, в любом доме, тем более тех, кто выращивает рассаду, всегда есть комнатные растения. Вот. В прошлом году у меня рассады было много, не так, как в этом. Первым партии я давала из-под комнатных растений подкормку азотную, а второй, как она начала расти, рассада перца особенно, листья просто отламывала лишние, и все это по банкам, и заливала водой. Ну, а потом поливала для того, чтобы растения наращивали свою массу. В общем, такие вот небольшие есть хитрости при проращивании рассады. Если, конечно, не соблюдать, это мое субъективное мнение, эти хитрости, скажем так, а надеяться только на тот грунт, который вы купили в каком-нибудь садоводе, и это красочная такая упаковка на этом грунте, там написано, что все есть, магний, калий, все полезные вещества, все, что нужно, то есть почва уже вся подготовленная, ничего не нужно. Все в стихах и красках написано на этой этикетке. И вы этому как бы верите,
И думаете, буду просто поливать водой. И этого хватит, потому что в почве все есть. Нет. Я так говорю, потому что знаю. Грунты разные покупала. От разных фирм. Вот. Ну, какие-то лучше, какие-то хуже. Но в зависимости от производителя, там смотреть надо на этикетки. У меня есть обзор по грунту Агрикола. Отдельный ролик. В прошлом году я его делала. Можете отмотать ленту событий назад. Все это посмотреть на канале. В общем, все это у меня есть. По количеству содержания там все указано. Какая концентрация магния, калия и прочих химических элементов. В каких-то грунтах их больше, в каких-то меньше. В общем, бывает по-разному. В общем, это как бы уже ваше дело, но любой грунт я немножечко дорабатываю. То есть делаю все-таки почву свою, делаю добавки, подготавливаю. Ну и потом, когда растение начинает развиваться уже, делаю дополнительно еще подкормки. Вот такую подкормку делала в прошлом ролике. Есть, что это за подкормка в виде вот этих вот точек. Можете найти и посмотреть. Есть еще некоторые хитрости по подкормкам. Это тоже есть все на канале. Ролик называется «Какао для рассады». Ну, а это компот для рассады. Так что, кому интересно, находите и смотрите. Так, ну, в общем, здесь нет ничего страшного. Просто набивайте банку. Значит, зеленой смесью. Вот таким вот образом. А потом заливайте водой и ставьте в теплое место. То есть здесь как бы ничего такого необычного нет. И в любом доме, повторюсь, можно всегда найти все эти зеленые листики с комнатных растений для начала. А потом, когда рассада начнет расти, могут появиться лишние листики. И чтобы растению было легче, можно их убирать и делать вот такую вот азотную подкормку. Компот, скажем так, для вашей рассады. Ну, все. В общем, таким вот образом. Потом это все заливается водой. Ну, набьется чуть больше еще зеленью. И заливайте водой. И вот в такую банку. Закрывайте и ждите. Если вот такого вот вида уже будет она на следующие сутки двое, можно слить и полить под корень. Если будете дольше держать, когда она уже такая вот позеленеет, то ее разводите, пропорция 1:1, водой и также поливайте. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам информация понравилась, вы нашли для себя что-то полезное, просьба, пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Канал называется «Азбука жизни на Кубани». Также, надеюсь, оцените положительно
эту информацию. Все, всем спасибо за просмотр и всем хорошего дня и удачи в делах.